Спасибо тебе большое. Сейчас просьба всех участников, участников сегодняшнего мероприятия собраться на этой сцене. Пожалуйста, не стесняйтесь, подходите. Со стульями и без. Для получения главных призов. Так, выходим все, выходим. Штейли брал камеру. Вперед. Не, может, снимать же еще, слышишь? Я сейчас фотографию попробую сделать. Он даже получше. Jesus! Вождь! Иисус! Давай! Дети, не ходите больше. Давайте не громко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло. Конечно, ужасно, нелепо, бессмысленно, а как бы сначала вернуть? Начало вернуть невозможно, немыслимо, и даже не думай, забудь. Займемся обедом, займемся нарядами, заполним заботами быт. Так легче, не так ли? Так проще, не правда ли? Не правда ли меньше болит? Не надим хитрить и судьбу заговаривать, ей-богу, не стоит труда. Да-да, господа, не авось никогда-нибудь, а больше уже никогда. Ах, как это мило, очень хорошо. Плыла и уплыла, было и прошло. Ах, как это мило, очень хорошо. Плыла и уплыла, было и прошло. Огромное спасибо всем, кто помогал сделать этот концерт, потому что, ну, все, в общем, все в курсе. Да, несмотря ни на что, мы его сделали. И это огромное вообще наше, ну, я не знаю, что, счастье, общая радость, что традиция сохранилась. Всем спасибо, всем, кто пришли, и всем, кто помогал делать.